Минуточку внимания. Он скажет тост, да? Да. Да? Я Боди Лок, шафер моего дяди Дункана. Одна из моих основных обязанностей — говорить тосты. Когда мы переехали сюда год назад, мы не знали, чего ожидать. Мы ничего не знали о Мэттисоне и доме ключей. Но мы знали одну вещь, что у нас есть семья. Дядя Дункан. Мы здесь столько всего пережили, и ты всегда нас поддерживал. И хотя мне грустно, что ты больше не будешь с нами жить, я рад, что у нас появился дядя Брайан. Надо же. И мне остается сказать только одно. Пока вы не отправились в медовый месяц и не начали совместную жизнь, алоха! И тебе алоха, приятель. Какой чудесный тост. Ты молодец.